Всем привет, с вами я, The Семи, и со мной Скелетон. Бука-бука! You should have seen your face! Поздоровайся! Всем привет! И сегодня мы поиграем в The Host. Нас, кстати, не было целых 11 месяцев. Знаешь почему? Ох, почему же? Потому что мы ленивые тюлени. Все ясно. Мы поиграем в The Host, покричим, поугараем, возможно, и, возможно, даже наложим кирпичей. Ну ладно, погнали! Чё нам нужно? Нам нужно 4 колеса, аккумулятор 1, топливо 1 и ключи 1. Все понятно, все ясно, и идем куда-то. Куда идем? Идем вперед. Ой, что у меня с фонариком было? Он почему-то выключился. Так, мне не нравится. А, сзади! Ёб твою мать, сзади! Ёпрзоте, я тоже ее видел. Не надо. Так, открываем, Давай, открывай, поехали. Погнали просто. Как видите, качество видео стало лучше и приятнее. Так, нужно найти ключи, да. Синий ключ. Синенький ключ. Где же ты, мой родной? Синенький мой. Я не знаю. Вообще бы нам, наверное, разделиться было бы неплохо, чтобы... Ой, я колесо нашел! Бери и тащи его. Так. Ой, мигает. Мишка! О, ты мой успокоительный. Да блин, не мигай! Так, не мигай, я сказал! Что-то мне это не нравится. Так, я пошел назад, колесо. Она сзади, я убежал. Хотя я могу к ней подойти. Нет, она идет! Она сквозь кровать идет! А, да, реально. Она сквозь кровать идет! Иди в драку! Ты что здесь забыл? Ёбрис, это тебе что пугает? Где она? Блядь, у меня тоже... Сука! Вон она, вот она! Бежим! Сюда куда-нибудь! Давай, сюда! Дверь открыта, хорошо! Давай, разделяемся, разбегаемся, посмотрим, за кем она пойдет. Да, посмотри, за кем она пойдет. Она пойдет за нами отбоями. Толпоёб! Так. Да ёбрзо, она за нами идет. Она здесь! Она сзади тебя была! Вот она сзади тебя была! Вот она! Она куда-то... Она исчезла! Где она? Страшно! Блин, страшно! Капец! Так, слушай, ну чувствую, запикивать мне придется много, но эмоции есть эмоции, как бы, ну ничего страшного, прошу прощения. Что это было? Че пугаешь? Идемте, что это? Это фигня. Бля, ты че пугаешь? Так, я пугаю, это ты меня один раз напугал, помнишь? Что здесь? Вот что у нас здесь? Ладно, я пошел куда-нибудь подальше. Здесь, да, мы можем здесь что-то я пошел дальше. Я что-то нашел. Я иду дальше. Что это? Опа, я нашел какую-то столовую. Я должен хотя бы ключи здесь найти. Ну, пожалуйста. Так, ну, синий ключик. Ну, блин, в конце коридора. Я нашел какую-то большую комнату. Какую большую комнату? Очень гигантскую комнату. Я нашел какую-то очень гигантскую. Баскетбольную, что ли? Нет, это комната с какой-то гигантской дверью. Гигачадной дверью. Слышь, гигачадная гигантская дверь. О, я вижу тебя. Нифига себе, прям реально большая. Что здесь вообще? Блин, это по типу нашего гаража, что ли? Да, что-то на то похоже. Так. Я буду называть наше изначальное место гараж. Где? Сука. Я, по-моему, на нее иду, и мне пофиг. Ты где? Я тупо на пролом иду. Где ты? О! Братишка, где ты? А, бля! Вот она! Ехать, она за тобой побежала! Беги, брат! Брат, беги! Нет! А, бля! Ты чё, умер? Ты куда её? Сюда? А что я? Что я теперь? Ты сдох! Где ключи? Бежу побрать. Мне? Нет! Я буду жить! Я буду продолжать жить! Я рано или поздно сдохну! Я, конечно, тебя не вижу, но... Это баги. Нет! Иди в жопу, дай! Нет! Иди в жопу! Нет! Иди сюда! Жопа!
Пошёл, не иди сюда. Ко мне не иди. А ты меня не видишь? Фух. Ты меня не видишь? Синий ключ. Хорошо. Где? Так ты меня не видишь? Я тебя не вижу, конечно же. Фак, знаешь, как печально. Зеленый ключ. Я даже не сильный ключ нашел. Ладно, зеленый. Я буду ходить с тобой просто. Так, с тобой. Так. Я надеюсь, она не она там. Она сзади. Это я понял. Она стоит. Пердонит где-то там. Она ловушку какую-то поставила. Колесо нашел. Ты где? Так, я хорош, я молодец, я бегу дальше. Стой, а я могу перед тобой двери закрывать? Да, наверное. Ты же призрак тоже. Так, я надеюсь, я обойду крюк и дойду до нашего... Да, я умный. Я иду за тобой. О, опа, я да... О, а, да, я молодец, я дошел до нашего. И сейчас я отнесу второе колесо. Фак, а где же ты есть? Сейчас отнесу второе колесо. Вставляем ее вот сюда. А где ты есть? Все, идем назад и ищем. Я глупенький, где ты есть? Блин, мне показалось то, что это она здесь стояла. Фух. Где ты? Я иду назад, откуда я пришел с колесом. Я не понимаю, где ты. Потом я заверну в какую-то комнату, и здесь я ничего не нахожу. Слышь, тут три ловушки подряд. Три? Вот, чекай, смотри. Капец, раз, два, здесь три. Капканы есть? Да. О, я баскетбол нашел. Я капкан забыл, да. Четыре. Опа. Иди в жопу! Ехать, хватит, иди в жопу! Где ты едешь? Она за мной бежит? Она летит за мной! По мою душу! Так, она ушла. Это хорошо. Сейчас я над тобой буду прикалываться. Где ты есть? Так, где? Так, я что-то увидел? Нет, это показалось. Где ты? Ага. Так, я могу? Я слишком глуп, чтобы понять, где ты. А я не понимаю, где это. Кстати, если не брать в счет игру, то, к сожалению, я немножко приболел, поэтому, если что-то будет не так с голосом и т.д. и т.п., то очень прошу прощения. Сразу. Да, блин. Я нашел машинку. Нашу машинку, молодец. А я иду и пытаюсь найти ключи от нее, бензин от нее и все остальное. От нее. Ключи ты нашел? Два колеса я нашел. Я нашел зеленый ключ, но я не знаю. Так, я сейчас. Сейчас я немного это. Где же ты есть? Опа! Я нашел то самое место, которое ты еще нашел. Так их три тут. Наш гараж и еще два этих больших. Где ты есть? А я иду. Я иду куда? Пожалуйста. Пусть она не будет впереди меня. Пусть она не будет впереди меня. Откройся. Хорошо, здесь по-любому должно быть что-то. Колесо, вот молодец. Плохо, я хочу приколоться. Так, здесь где шкаф. Есть? Здесь шкаф, но зато я могу пролезть через него. Опа. Ой, Хара. А, так она... А, это специально сделано, чтобы если тебя это напали, ты смог увернуться. Ну, убежать. Есть? Так, я возвращаюсь обратно. Да, блин, я тебя упустил. Где ты есть? Так, я надеюсь, она здесь меня опять поджидать-то не будет. Я свое тело отыскав. Братишка. Отыскав свое тело, ты. Это не мое тело. Ты не помогаешь мне. Или это не мое тело? Это не мое тело. В смысле, не твое тело? Это не мое тело. А иногда это меняется тело почему-то. Так, колесо заменяем. Опа! Ну, точнее, вставляем еще одно колесо, бензин, генератор и ключи. И все. И осталось мне выжить только. Капец, она здесь ловушек понаставила. Я боюсь представить, где. Где-то в том месте, где я сдох. Но это хорошо, потому что я туда не пойду. Тра-та-та-та-та. Блять!
Нужно зажать. Нет! Нет! Иди в зубу! Зубу пошла. Зубу. Я назад. Ты меня не остановишь, ты меня и не убьешь. Я тебя обману, и ты... Сосёшь? Ну ладно, не будем об этом. Где же тут и есть? Слушай, ты здесь? Я надеюсь, ты не... Блядь! Нет! Ты меня не... Я не туда забежал! Я не туда забежал! Ладно, сдох я. Вау! Сколько очков мы... Я получил 7. А ты 0. Почему я 0? Почему я 0? Я не сдох! Почему? Раньше всех, блин. Почему? Так. Вторая попытка. Уже в канализации, там, где нам и нужно быть. Да, и не повторяй за мной. Так, куда бежим и вообще разделяться? Держим путь. Я бегу вправо. Нам разделяться или нам не стоит разделяться? Я бегу вправо, а ты идешь на... Я тебя понял. Сука, нет, братиш, не получится, я могу только за тобой. О, здесь запертая дверь, походу. Слышь, ты прямо... А, нет, не за... О, здесь свет! Здесь свет! Где? Где это заблокировано? Спасибо. О, свет. Так. Так, а куда нам идти-то? Я что-то не понял. Я не знаю. Всматривайся в канализацию, может, где-то какие-то ключики лежат. Стой, погоди, у меня что-то... Моргает свет. Закрываем мы ворота, и чтобы нам никто не... Да чё здесь баг какой-то с освещением? Какой? Вот смотри, видишь? Я вот хожу. Оба. Вот какие фрезы у меня появляются. Ну, у меня здесь нет никаких. Ну, круто, блин. Так. О! Я молоток нашел. Где? Я уже все забрал. Так, я надеюсь. Опа! Поехали. Погнали. Вперед. Разделяемся. Ага. Разделились, нахуй. Отлично, разделились. Так, чё, где мы? Мы где-то в ебенях. Так, ты смотри еще на бочках, вдруг там что полезное будет. Так, ну здесь снова закрытая дверь. Так, а здесь ничего. Ты где? Я здесь, открыто. Так, ты что-то открыл? Ты свет включил? Какой свет? Ты свет включил? Я свет не включал. А кто тогда? Сука, страшно. О, генератор. Генераторы нужно включить, ага. Стой, погоди, стой! Что это? Стой! Так. Фак. Что это? Зачем я присел? Нельзя. Погоди. Так, генератор. Стой, этот колокольчик куда-то ведет. Он ведет сюда. Так, а этот сюда. Здесь какие-то дверки. Что? Так. Опа. Нашел? Я нашел какую-то фотографию. Я могу ее крутить. Где? Outside. Где? Там на задней стороне написано outside. Ой. Что это? Это я колокольчик сделал. Так, ты тоже колокольчик там позвони. Зачем? Кстати, вы тоже зазвените своими колокольчиками. Чтобы узнавать, когда мы будем выпускать новые ролики. Если вообще будем дальше выпускать. Ну, конечно, будем. Ну, что ты говоришь такое? О, дверь открылась. Да когда я была открыта? Я манал просто. Мне, сука, страшно. Мне, блядь, страшно. Я иду к тебе, брат. Нет. Брат, ты где? Где эта хуйня тут бегает? Страшно! О, у тебя здесь дверь открылась. Смотри, у тебя здесь дверь открылась. Я ее сам открыл. А, молодец. Где эта хуйня? Здесь закрыто, так что можешь идти обратно. Попробуй открыть.
Так, это я не знаю, что это. Теперь моя очередь быть призраком. Где? Но жалко то, что у тебя это запись удалилась. Так, я смотрю. И поэтому у скелетона запись оборвалась и все. Да, реально. Она удалилась. Нифига себе. Куда я шел? Я там не прошел. Где это херня? Возможно, Марк слепой. И кстати, я играл за Дэйва. И по сути я должен был быть Дэйвом. Где эта хуйня-то? Но я не ощущаю себя как Дэйв. Я ощущаю себя как. Долбоёб. Мне страшно, блядь. Ну, там никого нет, иди. Наверное. Сука. Я сам-то не проверял. Пугай меня, готов. Но по факту здесь никого нет. Я смотрю в правую сторону, здесь никого, 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 никого. Иду в какое-то помещение, и здесь тоже никого, никого, никого. О, я, кстати, могу проверять и открывать. Я, оказывается, могу тебя... Где ты херня там ходит? Ты чего ходишь приседом? Мне сильно страшно. Я могу у тебя молоточек спиздить. У тебя его спиздить. О, молодец. Так, иди сюда. Точно, ты же меня не видишь назад. Ну, в принципе, здесь нету. По правой стороне иди, короче. Ух ты, е-марш. Ну, видишь, по правой стороне иди. Так, пришел. Здесь ничего... По левой стороне ничего нет. Так, ты смотри. Ой, я закрыл. Ну, здесь... О! Я могу открыть. Я могу здесь... Я, короче, могу играть с тобой. Помогать тебе даже. Нормально. Что это такое? Ты уже здесь нет. Да-да-да-да-да. Я уже все тут. Идем. Идем куда идем? По левой... По правой стороне тоже идем. Ой, что-то наверху. А что если тебе в ниш шмякать? А что же мне надо вообще сделать? Ты так замолчал. Ну ладно. Так, что там у нас дальше? Что там у нас дальше, 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 дальше? Так, я сейчас посмотрю, что там в дальней комнате у нас. Открывать дверь или же... А, можно ведь одну? Да! Она и так открыта была. Где? Это я что-то тупанул, не открыл ее. Здесь открываем. Я ничего не понимаю. Так, Очень страшно. То бишь... А, походу тебе сюда нужно отправиться, почему-то я не могу... Опа, фотография. Сюда это куда? Сюда это где ты не пошел. Так, сзади ничего нет. Блин, как ее... Я, по-моему, ее вверх ногами держу. Что это? Что это за место нахер? Я не знаю. Ты о, ты правильно. Ты сюда пришел. Так, иди это вдаль. Что это, генераторы какие-то? Ну, возможно. Ты можешь открыть? Да, я могу. Опа. Так, я сзади посмотрю, вдруг кто-то сзади такой по твою душу бежит, а ты такой не знаешь. Ты такой, что я должен сделать с данной темкой? Я не знаю, делай, что хочешь, я не могу с этим поделать. Так, ну, в принципе, здесь ничего нету. Так, здесь тоже ничего нету. А что-то, слышу, что-то оно... Так. Будь тихо. Да кого тихо? Она как бы тебя да, палит, а не меня. Я и так уже все, дохлый. Там что-то бегало. Ты не обращай на это внимания. Страшно, нахуй. Иди уже, блин. Куда дальше? Дальше идем. Я взял колокольчик. Нахера тут вообще колокольчик? Я не понимаю, зачем вообще крутить вентиль? Если будет резкий скример, то я моментально... А назад было! Умаева, му синдейру. Нани?
Она за тебя, короче, пробежалась. Она потом... Ну нахер. Сука! Ну, как тебе такое прохождение, скелетончик? Ай, еб твою мать! И опять ничего! Главное, чтобы нашим зрителям... О, 11. Ноль! Главное, чтобы нашим зрителям зашло... Ноль! А на этом пока что все. Следующая часть выйдет совсем скоро. Всем пока!